Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 2 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами выиграли чемпионат American Muscle Cars и также чемпионат кабриолетов. Ну а сейчас продолжим, осталось у нас еще несколько чемпионатов непройденных. Сейчас вот как раз мы с вами глянем, что можно вообще, чем заняться. Так, вот у нас остался чемпионат исторических машин непройден. И первое ограничение 246 лошадей. У нас есть несколько машин таких довольно стареньких. И вот, например, давайте на Лянче Дельте начнем его. Ну, а там дальше посмотрим. Может быть, весь его пройдем на ней. Может быть, еще что-то возьмем. Ну, в первую гонку заходим без улучшений. Там ограничение 246 лошадей у нас. Немножко меньше, но это не страшно. Они все равно не под верхнюю планку у нас прокачаны, наши соперники. Надеюсь, что мы сдюжим. Ну, в принципе, мы тут на равных. Вот смотрите, тут Skyline какой старенький. По-моему, это 71-го года Skyline. В принципе, на фоне тех машин, которые здесь участвуют, мы даже не особо стары. Вот эта Лянча, она, по-моему, 84-го года выпуска. 84-го или 85-го, если я не ошибаюсь. Ну и довольно-таки свеженькая по меркам наших соперников. Опять, кстати, Таити Роуд, это трасса у нас в чемпионате в прошлой серии кабриолетов у нас она тоже была. И также, кстати говоря, первой. Кстати говоря, помните, я вам говорил про конференцию Sony, которая отказалась выступать на Gamescom и хотела сделать свою отдельную пресс-конференцию где-то, ну, якобы в тех же числах. Но в итоге оказывается, что они проведут таки свою пресс-конференцию, но это будет осенью, аж в конце октября, во время проведения Paris Game Week. Недели, игровой недели в Париже, и там вот она пройдет с 27 октября по 1 ноября. Ух ты, смотрите, какой наглец, ничего себе, пролез как, надо поднажать. И значит, вот во время этого мероприятия Sony проведет свою пресс-конференцию. Ну и вот как раз таки надеюсь, что именно на этом мероприятии все-таки станут известны какие-то подробности относительно Gran Turismo 7. Хотя ничего такого, естественно, пока не анонсировано, но надежда умирает последней. Так, ну тем временем вот мы благополучно выиграли. Отжали в последнем повороте этот Стратос наглый. Ну и посмотрим, что же нам сейчас дадут за тачку. За первую гонку в этом чемпионате. Так, смотрим. Mugen CRX. Honda. Она нам ни к чему, поэтому сразу ее продаем. Это слабенькая машинка, где она нам, которая нам нигде не пригодится. Так, следующая гонка у нас с ограничением 295 лошадей.
и давайте нашу лянчу качнем. Это уже с такими настройками мы там уже вряд ли выиграем. Ну, по крайней мере, будет очень тяжко. Дабы подстраховаться, давайте немножечко усилим ее. Так, ну и в принципе можно выступать. Резина у нас куплена была еще давным-давно на нее гоночная, на нашу лянчу. Так что... Ой-ой-ой. Вы видели, кто там стоит? Первый. Это же Ford GT. Кошмарики. Вот он уезжает как, а. И вот здесь у нас могут быть довольно серьезные проблемы с ним. Машина... очень сильная. Это очень сильный соперник. Да. И, кстати говоря, он, по-моему, вот это один из багов игры, по-моему. Он мощнее, чем здесь ограничения в этом чемпионате. Но каким-то образом он его сюда все равно ставят. И... ну, в общем, он, мало того, что он мощнее, он еще и сам по себе за счет вот вообще своей конфигурации. Машина очень быстрая. Чтобы с ней сражаться, нужно обладать машиной гораздо более мощной, чем он сам. Ну, вы сами видите, он просто отрывается, как я не знаю, просто космический будет аппарат. Смысла абсолютно никакого нет, по-моему, здесь сражаться с ним. Выше второго места тут никак не подняться. Да, уже 8 секунд. Ладно, давайте закончим с этим. Сейчас пойдем тогда прокачиваться, ребята. Надо качнуть нашу лянчу. Качнуть ее по полной. Ну, насколько, конечно, это позволяет нам ограничения. Кстати, вот этот Ford GT, его, по-моему, его купить нельзя. Насколько я помню. А, или он является спешл моделью. Что-то вот не помню. То ли его дают за что-то, то ли он спешл модель. Нет, по-моему, все-таки спешл модель. Купить его можно, но за большие деньги. Ладно. Качаемся по полной просто. Тут не до шуток. Этот Форд, ну, он постоянно в этом чемпионате. Вот это один из багов игры, как я уже сказал. И мы уже с одним из подписчиков это обсуждали, что есть такая вот такой баг в игре присутствует. Правда, тогда точно не помнили, в каком чемпионате. Ну вот, значит, в чемпионате исторических машин и происходит эта нестыковка. На самом деле печально, конечно. Ну, здесь такой супер-босс, этот Ford GT, который одолеть очень и очень сложно. Так, что-то я не то нажал. Ага. И надо будет очень и очень сильно постараться. Ну. Так, ну что же. Давайте попробуем еще раз. В принципе, машина практически полностью прокачана.
Ну, не знаю, не знаю. Если сейчас будет... Да, Ford GT опять здесь. Ну, попробуем. Хватит ли нам вот этого задела, чтобы сражаться с ним. По сути, да, здесь он просто вне конкуренции и уезжает, зараза, уезжает все равно. Сейчас, ладно, посмотрим, может быть где-то, ну, в каких-то поворотах будет ошибаться. Да, это проблема, это, блин, настоящая проблема здесь. Самое главное, что мы-то выше головы здесь не сможем прыгнуть. Выше, в смысле, ограничения того, которое установлено в этой гонке. А он, зараза, как ни странно, с легкостью здесь участвует. И, конечно, он мощнее. Нет, все равно потихоньку уезжает. Вот уже 3 секунды. Конечно, не так сильно, как в предыдущем заезде было. Не по 8 секунд с круга. Но медленно, но верно, все равно он отрывается от нас. Негодяй, видимо, нашел лазейку в правилах и нагло пользуется этим. Буквально по 2 десяточки. Было 3,2, сейчас 3,4. Но с каждого сектора он делает 3,8 еще. На прямых он больше уезжает, да, за счет своей мощности. В поворотах вроде бы не так. Ладно, давайте уже, раз начали, не будем выходить. Доедем эту гонку. Хоть на втором месте, но приедем, хоть какие-то деньги получим. Вот, смотрите, даже отыграли у него 8 десятых на таком достаточно извилистом участке трассы. Даже не знаю. Ну, у нас, конечно, Лянча все-таки еще не до конца прокачана. Я думал, что этого, может быть, хватит. Но еще одну десяточку отыграли. Ай, занесло. Ну нет, все равно шансов, конечно, его достать не было. Даже немножко приблизились остальные соперники. В итоге 3,5 секунды. Ну давайте, сейчас последняя попытка. Сейчас все абсолютно купим на нашу Лянчу. Все, что на нее возможно купить, дабы не выйти за рамки регламента. Ну и попробуем еще раз все-таки. Все-таки я хочу добить. Мне кажется, если уже, в принципе, мы кое-где были даже быстрее его, я думаю, если сейчас ему купить еще подвеску, а на управляемость его качнуть, то будет возможно с ним сразиться, с этим Фордом. Где-то нам надо пару секунд отыграть еще с круга. Давайте возьмем суперсофт, сверхмягкую резину. Так, что у нас еще? У нас еще не все куплено в ходовой части. Так. Облегчимся по полной. Все равно это хоть что-то даст, какие-то несколько десятых. А гоночной модификации нету в этой лянче. Так, что еще можно взять? У нас что-то не куплено. Да, на мощность 254 еще. Блин, грабеж за 16 тысяч, всего 5 лошадей. Так, это куплено. Этого вообще нету. Подвеска еще.
Так, ну подвеска, по идее, тоже должна сыграть немаловажную роль. Турбина есть. Ой, она слишком мощна. Есть три стадии. Так, у нас получается первая стадия дает слишком большую прибавку к мощности. Но давайте немножко схитрим. Возьмем ее все-таки. Сейчас, да, у нас ограничение стало превышать, чем разрешенное. Но мы сейчас зайдем в настройки машины. Сейчас мы зайдем тогда, наверное, с вами в третью гонку. Да, сюда нас, видите, не пускают. Так, проверил на всякий случай. Сейчас здесь зайдем в настройки машины и поснимаем другие запчасти, дающие нам мощность. И за счет вот этой турбины мы, по идее, должны довольно, ну, приблизиться, что ли, к максимальному ограничению здесь. Так, это у нас ставим снова обычный выхлоп, выхлопную систему. Так, что у нас тут еще куплено? Нет, из этого у нас ничего нету. Вот компьютер ставим, точнее снимаем. Так, что у нас еще? У нас еще что-то куплено. Так, что-то я потерялся. Тормоза. Где-то в двигателе, по-моему, еще же что-то у нас есть. Нет, нету. А, у нас интеркулер гоночный стоит. Ага, вот снимаем. Вот, видите, теперь у нас... Теперь мы подходим под стандарты. Выходим из этого чемпионата. И снова зайдем сейчас во вторую гонку. Практически впритык мы к ограничению благодаря этим манипуляциям. Ну и что же, последняя попытка. Вот так вот. Только хотел сказать, что сейчас как назло его не будет. И точно, вы смотрите. Ой, Ford GT. Ну что же, засал. Он испугался, ребята, просто испугался теперь нашей сверхпрокачанной тачки. И решил от греха подальше, дабы его не унизили. Он просто снялся с гонки. Да, вот так вот, видите. Ну, теперь, я думаю, мы без труда одолеем всех, потому что остальные ребята, в общем-то, нам тогда тут не соперники. Ну, посмотрим, сколько мы по времени прибавим. Хотя бы так, чтобы... Ой-ой-ой. Да что ты будешь делать? Ударился о стенку. Дабы, короче, очистить свою совесть. Чтоб совесть была чиста. Если мы прибавим секунды 3, то, в принципе, можно с чистой совестью сказать, что мы были бы на равных с Фордом. Хотя, может, он, конечно, тоже мог еще прибавить, но не думаю. Там, по-моему, первый круг у нас что-то в районе 1.47 был. В первой попытке. А второй 1.35, по-моему. Ну вот, смотрите, с первого круга, несмотря на вот ту ошибку, нас там покидало немножко. У нас 1.41. Только с первого круга мы сняли порядка 5-6 секунд. Ну, это, конечно, слабое утешение. Ну, плохо, что сейчас нету этого Форда, с одной стороны. Мне прям интересно было с ним сразиться. Но переезжать еще раз я не буду. И ждать момент, когда он снова тут появится. Да, тем более он испугался, и вряд ли он вообще здесь уже появится. Конечно же. Если только мы не возьмем машину какую-нибудь послабее.
Так, ну да, без труда, в общем, мы выигрываем. Сейчас посмотрим, какой второй круг будет. Там был где-то 1.35, здесь 1.30. Ну, в общем, в общей сложности мы секунд 10 сняли со своего прошлого результата. Я думаю, этого было бы вполне достаточно, чтобы зацепить и форт. Ладно, с горем пополам выиграли. Напугали фордика. Теперь он больше не будет нам мешать в том чемпионате. Так, смотрим, что нам дали. За такой накал борьбы нам должны GT1 дать. Угу. А дают Lotus Europa. Ну, тоже, в общем-то, нам эта машина ни к чему. Продаем ее сразу. Нигде мы ее использовать не будем. Так, ну и давайте теперь посмотрим, что у нас за ограничения в последней гонке. Ага, 394 лошадиные силы. Сейчас зайдем тогда, еще подкупим мощности себе на нашу лянчу. Так, вот можно, в принципе, вторую стадию турбины купить. И, как вы помните, у нас еще куча запчастей снята. Так, а, этот-то у нас купленный. Ладно, сейчас мы перед гонкой снова зайдем в настройки машины. Поковыряемся в ее запчастях, в ее деталях. Поставим все, что мы сняли, на место. И я думаю, что мы будем как раз где-то соответствовать ограничению этого чемпионата. Так, турбина у нас тут, интеркулер снят, и еще глушитель. Ха, смотрите, 399 лошадей, ну, посмотрим, выкинут нас. Интересно, кстати, деталь можно поставить, сейчас, наверное, не пустят. Хм, нет, смотрите, пустили. И, как вы сами видели, у нас на 4 лошадиные силы наша мощность превышает допустимую в этом чемпионате. И поздравляю нас, таким вот довольно замысловатыми манипуляциями, но, похоже, мы с вами нашли, ну, баг, некую такую лазейку, кстати говоря, в правилах здесь. То есть, смотрите, можно тогда, получается, взять, накупить на машину запчастей, не ставить их. То есть при покупке, не знаю, замечали вы или нет, там как бы нас два раза спрашивают. То есть первое, yes или no, это купить ли эту запчасть. И второй вопрос, это поставить ли ее сейчас, либо же не ставить. И если там во втором ответе нажимать no, то деталь купится все равно, но она не поставится на машину. И таким макаром, получается, можно набрать запчастей, потом, не превышая положенного количества лошадиных сил, зайти в чемпионат и благополучно там уже внутри как бы чемпионата в настройки заходить машины и ставить все купленные ранее запчасти. По идее, игра тогда не распознает обмана и считает, что все так же, машина соответствует правилам. Очень интересно. Интересный такой ход. Надо будет, кстати, еще раз как-нибудь попробовать это. Эту мысль развить и попробовать еще в каком-нибудь чемпионате вот поступить именно так. Очень интересно. Во всех ли это ситуациях работает? Тем временем опять
опять мы прокатились по трассе Гриндельвальд, красивой, но неинтересной. Так, здесь, благо, не было этого Форда GT, и мы благополучно выиграли. Так, ну что же, смотрим, что нам дали за последнюю гонку. Чемпионат не без труда, но пройден. Так, что же нам закатили в гараж? И это Целика, да, Целика Concept Car 99 года. Сама Целика уже в серию, по-моему, вышла в 2001. Ну и продавать ее мы не будем пока, позже скажу почему. Но давайте почистим гараж наш от других машин, которые мы больше использовать не будем. Вот Кобру эту, которую мы использовали, уже продадим. Так, что же нам еще продать? Вот у нас есть мускулкары. Тоже они нам больше не понадобятся. Давайте продадим. Два мустанга абсолютно, по-моему, одинаковых. Различаются только годом. Да, продадим тогда один. Один все-таки оставим, давайте. Ну и Шелби. Не знаю, я в раздумьях. А давайте все равно ее продадим. Ладно. Все равно она нигде нам больше не понадобится. Skyline оставим. Наш самый первый. Пока. А Целика... Ну, не знаю, как там будет, но я думаю, ее используют, знаете где? Вот в чемпионатах на выносливость есть 30 кругов по Trail Mountain. И тут очень такое слабенькое ограничение в виде всего 295 лошадей. Хотя, если честно, я думал, что даже еще меньше. И вот, может быть, мы ее используем там, но это будет позже. Так, ну а на этом давайте закончим эту серию. Не без труда, но мы одолели чемпионат исторических машин. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что смотрели. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, те, кто еще не подписался. Ну а с вами, как всегда, был Скудер. Всем пока-пока и удачи. Увидимся в следующих сериях.